Так, значит, раз выхода нету, будем тогда по книжке показывать. Значит, пройтись, собственно говоря, по SQL. Значит, есть, конечно, ролики, я ссылку давал, по SQL Анны Петрашки на том же Лерне. Так, но это надо ссылку поискать. Может, кто-нибудь поищет? Так, там целый курс. Но это человек, который руководит лабой соответствующей. И она записала ролики. Вряд ли кто-то лучше ее запишет ролики по SQL. Лучше ее или лучше того же Куликова. Потому что для них это более-менее такая, ну, важная часть специальности. Для меня это так. SQL для джависта – это инструмент, которым нужно только пользоваться. Так, ладно, раз мы уже попали в это дело, давайте тогда смотреть SQL. Значит, база данных язык SQL, приложение 4 предыдущего учебника. Значит, что вам следует знать об этом коротко? Значит, опять же, DAO напоминать не буду, мы DAO рассматривали с вами. Значит, вот это все надо делать, делаем, опять же, без пула соединений. Connection, тот самый пул. Начнем разъяснять уже со следующего раза. Значит, фактически, любая база данных, любая таблица, это есть, например, прототип некого класса. То есть, может мапиться на класс. Класс может мапиться на таблицу базы данных. База данных, таблица базы данных может мапиться на класс. Вообще на этом построен вот эти самые технологии ORM. Hibernate, GPA, Eclipse Link, MyBetis и прочие. И, собственно, есть там инжиниринг, реинжиниринг, который на основе Java класса может построить таблицу, и на основе таблицы построить Java класс. Есть такие вещи. Значит, способов организации данных множество. Значит, основное распространение получили у нас сейчас реляционные базы данных, но сейчас есть и NoSQL базы данных, но вам они не нужны. Мы используем MySQL, хотя вы можете использовать любую СУБД. Скорость, целостность, гибкость, разграничение доступа, отказоустойчивость, интерпретация. Все это прекрасно. Oracle Derby. Теория вообще разработана в 60-х годах. И, собственно говоря, это один из старейших языков программирования. Все-таки SQL, слово language, присутствует. Язык запросов. Так, и фактически язык сохранился в неизменном виде до нашего времени. Что говорит, в общем-то, и о его удачности. Соответственно, материалов, учебников достаточное количество. Значит, что у вас начнется? Вообще, конечно, наверное, повезло тем, у кого был курс по SQL. Хотя, с другой стороны, видел я и люди, вроде бы у них в ВУЗе и был курс по SQL в БУИРе, но спроектировать простейшую базу данных под проект на эти самые жалкие 5-8 таблиц вы не в состоянии. Поэтому желательно, чтобы базы данных вы показывали. Картинки, там диаграммки рисуют. Тот же самый MySQL Workbench. Картинки рисуют. То есть, когда мне показываете базу данных, чтобы ее проще было объяснить всем, потому что базы данных у вас кору похожие у всех. Господа, картинку мне притаскиваете. Вот подобного рода. Только не сами делаете, они генерируются. Значит, связи в таблицах. Значит, простейшие связи, то есть когда есть таблица легенда, вот, зашифрован номер, и чтобы не тащить, например, у вас сотрудников в таблице сотрудники,
у вас там тысячи таблиц, тысячи записей, тысячи записей или десятки тысяч, и там будет всюду таскаться слово «производственный отдел», «отдел продаж». Это неинтересно, проще делать цифрами. Эти вещи называются такие таблички, вот как типа отдела, это легенда. Опять же напоминаю, что таблицы, как правило, именуются во множественном числе. Чтобы с некоторыми вещами не пересекаться. То есть таблица user может быть для вас чревата непредвиденными ошибками. Ну и здесь понятно, что и запросы соответствующие, те же самые джойны, вы научитесь делать уже даже на таких двух таблицах. Дальше вы должны знать, опять же, к защите, что такое первичный ключ, что такое вторичный ключ. Первичный ключ, вот, например, 15, 10, 1, 2, 3. То есть это некоторый столбец, объявленный первичным ключом, значения которого не повторяются в пределах таблицы. Вторичный ключ – это когда первичный ключ используется в другой таблице. Здесь он уже может повторяться. Вот это вторичный ключ. И тут же возникает триггер. Ситуация, связь. Триггер, зависимость, как сказать, обязанность, обязательство. То есть, если я попытаюсь удалить вот эту запись, так, то что произойдет вот с этими двумя? Правильно? Если удалил, то тогда вот эти по запросу будут провисать. То есть ему не будет соответствия, соответствующий запрос будет выдавать SQL Exception. И мы с вами обсуждали в прошлый раз, что ничего не удаляется. То есть, например, захочу удалить производственный отдел, я могу сделать его неактивным. Например. Здесь пример, конечно, не очень подходит. Дальше. Понятие индексов нужно. Значит, в общем случае СБД не знает вот этой логической связи, если вы ее не установили, эти триггеры. Хотя фактически, когда вы таблицу делаете, там же все-таки визардами вы создаете, а не SQL запросами, триггеры там могут прописываться автоматически, без вашего ведома. Вот эта вот зависимость. Что, в чем значит триггер? Что если я попытаюсь удалить вот эту строчку, то система скажет, что нельзя этого делать, потому что тут есть связанные записи в таблице, где он используется как foreign key. Если записи нет, тогда удалится. Либо там вариант может быть такой, что при удалении этого будут удаляться и все вот эти записи. То есть с этим, в общем-то, нужно аккуратно разбираться. Опять же говорю, удаления у нас практически не существует. Ну или изменение того же ключа. Я решил заменить на 16. Ага. Тогда и здесь должно меняться на 16. Так. Дальше. Нормальные формы баз данных. Их там существует штук 5-6, по-моему. Вам достаточно знать хотя бы первые три. Но с другой стороны, опять же, это имеет отношение, та же первая нормальная форма, она имеет отношение к понятию класса. Прикиньте, что вы написали такое поле у класса. String, и там какая-то инфа, и там Иванов, 15-й отдел, начальник. Понятно, что-то в голову такое никому особо и не приходит. То есть информация в каждом столбце таблицы, или в каждом поле, в каждом поле записи должна быть неделимой. Точно так же, как у нас в классе информация неделимая в каждом атрибуте, в каждом члене класса. Первая форма. Таблица соответствует. Вторая форма. Таблица соответствует первой форме, в таблице нет ни ключевых атрибутов, зависящих от части сложного ключа. То есть вот, есть
номер отдела, например. Ну, первичного ключа здесь нету, не суть важно. Но есть вон отдел производственный, производственный отдел продаж. Вот это уже нарушение второй нормальной формы. То есть есть здесь не ключевой атрибут, зависящий от части. Ну, здесь сложного первичного ключа, да, здесь правильная таблица вообще. Если убрать вот этот отдел, так, то таблица будет правильной. Потому что здесь обязанности, сколько менеджеров в каком-то отделе. Отдел 10, менеджер и их 10 штук. То есть таблица здесь правильная сама по себе. Но есть, собственно говоря, первичный ключ может состоять из нескольких столбцов. Из двух и более. То есть два и более столбца могут организовывать первичный ключ. Потому что здесь нигде не будет повторяться. У 15-го отдела есть начальник, есть инженер. Начальник, менеджер. Здесь по сотрудникам. Но вы в процессе своих баз данных никогда не используете подобные вещи. Составные ключи. Не видел, по крайней мере, никогда. Так. Значит, это вторая форма. Когда не должно быть зависимости от прямой зависимости. То есть каждые данные должны быть независимы. То есть в данном случае следует, чтобы таблица опять же приобрела вот эту форму. Чтобы она соответствовала нормальному приведению ко второй нормальной форме. Запоминается все достаточно легко. Опять же говорю, эти вопросы спрашиваются. Наверное, самому нужно вот короткие ролики по SQL. Там много, хорошо, красиво пишется. Нужно самому сесть и написать. Простой SQL для Java проекта. Что-нибудь такое. Таблица соответствует первым двум нормальным формам. И все неключевые атрибуты зависят только от первичного ключа. И не зависят друг от друга. В классах. Сколько раз мы такое с вами уже обсуждали? Да, если есть поле. У нас есть класс квадрат, есть поле длина стороны квадрата. Если есть, добавили вы еще поле классу площадь квадрата, то я, в общем-то, говорил, что это неправильно. Потому что от стороны, значение со стороны зависит площадь. Ну и наоборот, собственно говоря. По площади квадрата можно вычислить длину поля. Длину стороны по площади квадрата. Здесь абсолютно то же самое, когда зависят друг от друга. Вот, производственный отдел зависит от номера. Вот вам третья нормальная форма. Спрашивают, господа, и очень часто вы в этом плаваете. Наверное, потому что я рассказываю, а не сами учите. Собственно, теперь про SQL. Что вам нужно знать? Кстати, вот этот раздел писался под таким, под очень сильной редактурой человека, которого я, ну, очень серьезного товарища, который владеет SQL. Скажем так, наверное, в книжке. Вот этот единственный раздел, где моего не так уж много. Вот в этом приложении, где моего не так уж много. Лично то, что я писал. При участии здесь написано. 40 команд, запросы, операторы, проще называть их операторы языка SQL. Все SQL команды начинаются с глагола. И вообще SQL запрос любой, SQL запрос любой является, есть запись, хорошо. Любой SQL-запрос можно прочитать обычным человеческим языком. Да, кстати, вы сейчас вот у нас же есть возможность типа ручку поднять, да? Нажмите вот эту штучку, поднять руку, у кого был курс по SQL. Понял, где список. Вот.
проголосуйте, собственно говоря, чтобы я примерно видел. Что, одного человека только? Или все остальные отошли, раз лекция записывается? Да. Юркович, не было у вас SQL? Я вообще с языками работаю. С чем? С языками. Я почти гуманитарий. Ну так что, это тоже язык. Ну, у меня, кстати, есть картинка моей базы данных, я могу показать. Вот, кстати, давайте, да, ничего разносить. Моя задача не разносить ваши базы данных и ваши решения, а помогать вам сделать все правильно. Взглянем, давайте, вот я закончу, все-таки, наверное, надо пройтись по этой части, потому что, опять же, опыт предыдущий. Значит, смотрите, с базой данных, то есть здесь действительно лингвистический подход реализован к языку. Любой запрос читается, можно перевести обычным человеческим предложением. Например, выбрать все табельные номера из таблицы сотрудников, у которых salary, зарплата больше 500 талеров. Ну, это белорусская типа мечта, да, точнее, не белорусская, влажная фантазия некоторых руководителей. Так, значит, опять же, глагол, ключевые слова, имя таблицы и имена столбцов таблицы. Значит, здесь реализован, да, тот самый, этот не sensitive case язык. То есть вы запросы можете писать в нижнем регистре, в верхнем регистре, или даже буквочки большая, маленькая, но для удобства и чтения ваших запросов, да, кстати, можно повесить аннотацию SQL Language на строку. Вот черт, я не помню, она где-то импортируется, где этот самый. Давайте, условно говоря, какую-нибудь строчку сделаю. Вот поищите string SQL, который проверяет ваши... Сейчас попробуем найти. Ну, простой SQL запрос я сейчас дерну прямо отсюда. Чего мне париться? Правильно? И по крайней мере, ну, так, аннотация. То ли это библиотеку нужно какую-то подключить? Ну, нету, видите. То ли какой-то плагин. В общем, взгляните. Сейчас давайте даже, может, вы тоже сейчас, пока я сейчас перейду назад. Сейчас одно единственное действие сделаю, ну, потому что время... Когда я начинаю тут тыркаться, я теряю время, где тут плагины. Либо это какой-то плагин, я говорю, забыл. Что-нибудь, знаете, с SQL связанное. Database Tools от SQL. Java SQL Libraries. Так. Оно получается, у меня подключено, что ли, они уже? То, что он показал, что они стоят в этих самых, все три. То есть они включены.
В общем, посмотрите вот эту. Сейчас, где у нас Google. То есть это полезно, у вас просто будет синтаксис запроса, вот особенно тех, кто, а вы в большинстве своем начинающие. Не буду я никуда гнать сейчас. И, собственно говоря, пока... Ладно, надо сегодня еще один вопрос. Так, Java. SQL. Language SQL. Сейчас. SQL. Java Persistence Query Spring. Подождите, SQL синтакс. Вот. Синтакс. Не помню, как тут оно пишется. А, стоп. Другой. А, правильно, да. Правильно. Ну-ка. Ну ладно, давайте попробуем нажмем. Или все-таки это было при подключении какой-то фигни? Позитив. Int позитив number. Ух ты, SQL dialect validation. Стоп. Ягни. Да. О. Ух ты. Как интересно. Помню точно, у меня работало в этом, в идее. Но я как-то не заморачивался. А, вот. Language injection. Во, ну-ка. Это оно подсвечивает HTML. Нам это не надо. Вот, используется аннотация language. А, вот, наверное, что-то типа того, только она... Вот. Редактор, Language Injection. Давайте все-таки включим. Мне чего-то зацепило. Редактор, Language Injections. Так. Settings. Редактор. И где? Вот. Cert G Groovy SQL пахнет просто. Вот этот что? Connection.
Причем здесь груви, груви нам не надо. Аннотация language. Почему она не подсказывает? По-моему, вот так оно выглядело. Ну. О. Ёлки, тут пока найдешь. MySQL. My. А просто SQL есть. Вот. И что? Сейчас, стоп, где этот? Ого. Так еще раз залезу туда, не помогает, раз не помогло. Так, edit, settings, language, это, Java, так, что там говорит сделать, так, language injections, выберем, клик плюс, and select Java параметр. А где? А, вот. Плюс. Select Java параметр. О, как интересно. Выбрать SQL. А что дальше? In the class method fields. Это в каком классе, чтобы это было? Только для конкретных классов, что ли? Подождите. А это для, тут, можно, наверное, для проекта можно. А, нет. Вижу, для конкретных методов. Так, а как-то у меня тут класс назывался. Хер его знает. Опять лезть туда. А ладно, сейчас открыто. SRC, ABC, вот. Я здесь должен ошибку показывать. О, черт. И не показывает. Ладно. Value pattern, single file, prefix, suffix. Про них вообще ничего не сказано. Ладно, сейчас еще раз проделаем. Learn Composite. А, Java, EPAM, Learn Composite, Dwarf, компонент. Dwarf.
для методов. Вообще, значит, смотрите, я хочу это, чтобы было в двух местах. У вас будут они полями класса, примерно вот так. Слушайте, что-то, по-моему, это проще все делалось. Так, значит, еще раз. Файл, settings, language injection. Подождите. Dwarf Orphans. Ничего. Ладно. Короче, сейчас еще один тык. Не получится, будете сами разбираться. Потом напишите сюда, чего тот самый. Так, Language Injection плюс SQL. Подождите. А, Java параметр. Почему Java, если вот SQL Injection выбрать бы? Там выбрать. Вот. Ну, на мой взгляд, простой. SQL класс метод. Что, все классы, которые она нашла на букву А? Dwarf. Тут же, по идее, где тут? Select метод. Or click. Включился и метод, и класс. Ну-ка, что он мне? Ну, что он, я засветить его не могу? Или нельзя для метода? Только вон для метода. Так, а все равно не работает. Короче, через... Apply. Ну-ка. В общем, господа, разбирайтесь сами нафиг. А где пример? Ты бы пример показали. Как это выглядит? Как выглядеть будет такой код? А. Alt вот. Add annotation to class pass. Ага. Ну-ка еще раз. Alt, вот, ну давайте. А, add annotation to class pass. Ну. А-а-а. Надо... Ну... И что? А, еще раз. А где подсветка? А, все, есть, видите? В общем, поняли.
Ссылочку эту я сейчас кидаю. Где там Language Injection? Как раз хватило. Так. Значит, тут она, по-моему, сколько петель? Ну, ладно. Значит, по крайней мере, если здесь ошибку, ну, вот она, кстати, по поводу вот красным рисует, потому что она не знает этой базы данных, не знает таблицы, и, в принципе, это ошибки сейчас для нее. Видите? Она не знает ни таблицы, ни этой. То есть нету коннекта к базе данных. То есть оно должно подсвечиваться здесь без красного цвета. Это точно. Но, по крайней мере, говорит, что вот эти правильно. Так, теперь... По поводу именований, значит, вы можете писать маленькими буквами или большими, это на ваш выбор, значит, как оно будет смотреться. Но лучше писать так, чтобы было отличие в этих самых, отличие от того, как стиля вы именуете столбцы и сами таблицы в базах данных. Если столбцы, например, могут быть в нижнем регистре, то тогда операторы в верхнем. Если все у вас столбцы в верхнем регистре, то операторы в нижнем. Тогда SQL-запрос у вас читается лучше. Так, дальше. Пошли дальше. Значит, create, drop, alter table вы будете, когда автоматом они у вас будут вызываться. Основные команды вот эти самые. DML команды select, insert, delete, update. Причем основная масса запросов у вас будет select. Так, управление транзакциями, commit, rollback, вы пользоваться ими не будете непосредственно. У нас управлять этим будут, собственно говоря, команды самой Java, точнее методы Java с таким же, в общем-то, названием. Commit, rollback. Grant, revoke, тоже вам не нужно. Значит, select, основное, что изучается в первую очередь, это select. Select. Так, список столбцов, по которым проводится выборка, что нужно, а из какой таблицы. Join – это когда вторая таблица, вот как выше было показано, таблица легенд. Вторая, третья, четвертая, по пятая. Так, условия выборки – group by, order by, having. Значит, все вот эти вот, видите, вот то, что сформулировано в этом запросе, вы должны четко всегда знать. Что такое join, что такое where, что такое group by, что такое order by, что такое having. Where, having. Видите, условия выборки групп. В чем отличие where, having? Это один из таких вопросов проходных. Так. Ну, всегда сначала идет общее where, а потом уже group by и having. Но, опять же, все, что в квадратных скобочках, может быть опущено. Простейший запрос – выбрать табельные номера из таблицы employee. Выбрать табельные номера и имена из таблицы employee. Звездочка – выбрать все по всем столбцам. Никогда не использовать звездочку, слышите? Это значит выбрать все столбцы, данные по всем столбцам. Никогда не использовать. Потом, когда у нас будут подобные ситуации, будем просматривать, я скажу еще, почему это. Ну, тут пример нужен. Потому что сейчас я скажу, вы все равно забудете. Distinct – это избавляется от одинаковых строк, но обычно у вас их и нету. Так, значит, по поводу from мы уже говорили. А ну вот, join, join, join. То есть выбрать запрос, например, подождите. Здесь связи двух таблиц у нас. Видите, номер департамента. Вот он номер, производственный отдел. А у департамента еще стоит город. И отдельно город. То есть все, выбрать всех сотрудников, которые работают в таком-то отделе, в таком-то городе. И здесь, в общем-то, сначала просто в отделе. Выбрать. Да, кстати, еще рекомендация. У вас много таблиц. В классах-то такого, в общем-то, нету. Правила.
Но это даже не правило, это рекомендация для облегчения вашей жизни. Старайтесь, чтобы у вас в пределах базы данных не было столбцов с одинаковыми именами. Тогда вам иначе при выборках всегда придется писать имя таблицы. Видите, employee name, department's name. Вот, тут name и тут name. Ну, фактически подразумевается, что если вы написали tab-num, так, то база данных сама знает, в какой таблице это ищется, потому что, ну, запрос. Так, то есть оно здесь поставляется по умолчанию, как ZIS внутри класса, так и эта штука, имя таблицы подставляется. Но когда они одинаковые, понятно, что уже выбрать сам запрос не может. Чего, не понять, чего вы имели в виду. То есть ей нужно четкое указание, из какой таблицы. Из таблицы employee и объединенная с departments, где номер департамента, ну, employee department номер совпадает с departments номер в таблице departments. Вот это первый простейший join. Значит, join в процентах 85-90 вас заставят писать либо по вашей таблице, либо по таблице, которую они принесут. Ну и выберет вот это. Дальше с двумя джойнами, где еще город совпадает. Два джойна, три джойна, сколько хочешь может быть джойнов. Ну и, соответственно, видите, здесь еще попал cities name. Джойнов существует 9 видов, здесь только 5 основных. По-моему, 9 их всего. Вы должны все знать общее определение. Чтобы джойны изучить, вот две таблички. K1. K1 field 1, K2 field 2. Вот такое. Причем обратите внимание, здесь 2, 2, 4. Так. И пошли джойны. Обычный, левый, правый. Создайте вот эти таблицы. Две. Либо. Ну, здесь опять же, здесь не первичный ключ. Условно говоря. 2, 2 обязательно. Не спутано ничего. И потренируйтесь все виды джойнов. Я объяснять сейчас не буду. Где? Это, в общем-то, фактически V, это if. Задается какое-то условие. Какие будут? Is, not, is, null, not, null, like. Это шаблон. В списке значений. Between. Понятно. Можно использовать больше, меньше, либо равно. Можно даже с арифметическими действиями. Выбрать все столбцы, информацию по всем столбцам, где поле, вот и не null. Ну, какое-либо тут, каким-то именем вообще. Лучше даже field. Наверное, лучше даже вот так. Тоже table. Учитывая, что, ну, table 1, я говорю, что это имя таблицы. Так. Чтоб не было. Так. Шаблоны. Здесь дизайн паттерны значительно проще. Ой, не дизайн, а регулярное выражение. Процент. Любую последовательность символов, подчеркивание, один любой символ. Всех, у кого начинается фамилия на Иван, выбрать. Любая последовательность. Иванов, Ивановский. Так, и количество символов. Вот здесь два.
все регулярные выражения со словом like. In, not in, вот список. Опять же, одинарненькие кавычки. Еще, собственно говоря, по поводу этих одинарных кавычек, Куликов всегда, когда книжку, вот я просто его прочитываю, ну, спрашиваю заявку, там, типа, когда ты в издательство, ну, знаете, Куликов, который по SQL я уже рекомендовал, вот заявку на издание книги, я говорю, ну, давай, пришли какой-то сейчас пример, пишешь. У него там красным, жирным обычно выделено, что ни в коем случае, точнее, все кавычки одинарные в SQL, ну, в SQL, в тексте, ну, понятно, у него там SQL запросы, книжка по SQL, должны быть именно такого вида, который я написал. Потому что они там свою издательскую программу перегоняют, и все меняется. У меня кавычки иногда в эти самые двойные превращаются там в угловые двойные. Сидишь, правишь при их редакторской программе. То есть из-за этого, кстати, из-за редактирования, вот код, если вы берете из PDF-ки, он не работает зачастую из-за их программы. Может быть. То есть вот это вид кавычек, я тоже в свое время, когда SQL изучал, тоже с этим намучился. То есть SQL для разных баз данных, вот этот запрос написанный, в одной базе данных он даст, сработает нормально, в другой будет выдавать ошибку. Зачастую из-за вида кавычек одинарных. Потому что этих одинарных кавычек, видов и двойных тоже, как оказывается, достаточно много в шрифтах, алфавитах. Так что вот здесь могут быть проблемы. Ну, between, not between, понятно. Salary между 500 и 1000. То есть выбрать всех сотрудников, все столбцы сотрудников, у которых позиция начальника доярки, зарплата между 500 и 1000. То есть все прочитывается обычным языком. Order by. Вообще все запросы, а видите, тоже field, field 1, field 2, все запросы автоматически, не обязательно секции, они автоматически сортируются по первому столбцу, по возрастанию. То есть по умолчанию стоит ascent. Хотите по убыванию, то есть фактически сортировки данных из базы данных, которые выбираются, они и нужны. Я так смотрю, сегодня у нас все будет посвящено этому. Ну, вопрос осветим, потому что мы минут на 5-6 позже начали из-за всех этих фиговин. Вопрос вы расскажете, но уже в самом конце. Так, базу данных тоже посмотрим, картинку. Значит, ascend, descend. Ну ладно, разобрались, считаем. Order by. Так, что у нас там дальше? Функции. Мы. Вот это он писал, что-то даже не заметил. Так, результаты. Групповые функции. Их еще называют агрегирующими функциями. Подождите. Как еще их называют? Групповые агрегирующие функции. Про них тоже спрашивают, и вообще ими есть смысл пользоваться. Да, кстати, про сортировки не договорил, что да. Сортировку, в общем-то, после выборки из базы данных, вы уже свой список можете не сортировать перед выводом его в браузер. Потому что эту сортировку можно сделать запросом. Нужную сортировку плюс групповую сортировку. Дальше вы можете выполнить опять же поиск и вычисление. Ну, поиск понятно, select — это поиск, вычисление по вашим того, что хранится в базе данных, например, сумму заказов за какой-то конкретный день. Значит, как запомнить групповые функции? А очень простая рекомендация. Вот задачи вы делаете, какие с массивами делали, начинали. Что вы там искали? Сумма элементов массива.
минимальный элемент массива, максимальный элемент массива, среднее значение элементов массива. Ну, собственно говоря, количество элементов массива, оно засунуто уже в поле Lens. Вот. Значит, сразу вспоминается, у вас все равно стрессовая ситуация, и вас спрашивают, групповые агрегирующие функции SQL. Какие можешь назвать? Сразу вспоминается, массив. А что мы с массивом делали? Сумма, минимум, максимум, среднее значение, количество штук. По названиям понятно. Min, max, sum, average, count. Вот так они записываются. Дальше, group by. Значит, по поводу group by. Я вам такую задачу с сортировками. Comparing then comparing. Пример был, только я там обычно проговаривал пример, когда есть студенты факультета, например, и выбрать всех студентов по группам 1, 2, 3, 4, 5 по номеру группы, и внутри каждой группы отсортировать по алфавиту. Вот это самое оператор group by позволяет вот эту штуку вам сделать. Выбрать номера департаментов по максимальной, посчитать максимальную зарплату из таблицы employee и группировать по номерам департаментов. Max будет считаться отдельно для всех записей с одинаковым значением поля DepNum. Ну, здесь чуть-чуть другое. Здесь просто будет max функция. Здесь еще демонстрируется работа функции max. То есть, если просто max salary, она посчитает, будет искать максимальную зарплату общую, без group by. Так. Если есть group by, то сколько департаментов, номеров отделов будет, столько и будет подсчитано. То есть, если убрать group by, запись будет только одна. Если group by добавить вот этот, то сколько у вас будет различных depth num, столько будет результатов в результирующей таблице. Так, дополнительный фильтр having на промежуточные итоги, то есть group by, и для тех, у кого максимальная зарплата больше 1000, посчитать. Where having взаимно дополняют друг друга. Сначала идет всегда where, а потом идет group by having. Иногда может быть без group by. Having без where не существует. Дальше. Дальше просто. То есть с селектами разобраться. Это не сложно. С join'ами тоже. А дальше просто. Insert, update, delete, они простые, как валенки. Есть тут некоторые особенности, но, в общем-то, не слишком сложные. Insert int, имя таблицы, список колонок, values, набор значений. Int employee. Вот 5 этих, и здесь 5 этих. Значит, здесь может быть, вы можете вставлять, то есть количество этих штук, параметров, имен столбцов должно совпадать с количеством значений. Если количество разное, SQL exception. Если у вас 5, не обязательно, что может вставляться 5. То есть вот может быть 4, 4, а пропущенное может быть значением по умолчанию. Там либо дефолт, он задается в самой базе данных, либо null значение. То есть можно давать дефолтное значение, если его не дали. Но это опять же при создании самой таблицы.
тоже обращайте на это внимание. Может быть налом, не может быть налом. Если не может быть налом, вставляйте дефолтное значение, добавляйте. Иначе при таком запросе у вас тоже будет ошибка. Если там стоит not null, а у нас что тут пропущено? Position. Если стоит not null position, а вы пропустили, будете ошибку делать, будет ошибка у вас. Если null, то будет пустое значение. Дальше, что еще тут? Можно вообще не указывать. Если вы вставляете все, список можно не указывать. Все пять. То вот. Ну, строки здесь указываются, видите, одинарная кавычка. Если бы были двойные кавычки, нам бы в SQL запросах вот здесь пришлось бы их экранировать. Вот смотрите, вот одинарная кавычка, ну, словарь, ну, условно говорю, так. А если бы двойные кавычки писались бы, то нам трындец здесь. И не факт, что вот это экранирование, подождите, как в сторону, так, да. Не факт, что это экранирование нормально проходило в виде запроса. А, не хочет. Даже тут не хочет. Так, наверное, надо. Тоже неверное что-то пишет. Короче, нам бы конец был тут, если бы двойные только были. С одинарными нормально прокатывает. Так, возвращаемся сюда. Если пустое значение, то нужно прописывать null явно при int. В общем-то, больше здесь ничего интересного нет. Delete. Delete from. И есть where. По каким условиям? Где-то обном 45, например. Update. Можно апдейт сделать даже просто так. Salary плюс 100 без... Ну, текущее salary использовать и добавить сотню. То есть процент начислить. Запрос. Вот здесь. Либо назначить что-то новое. В общем-то и все. Так, давайте взглянем... 10.13. Взглянем на вот эту. Ёлки. Ого. Это сколько-то тут штук? Раз, 21. Два. Надо упрощать, потому что вы... Ну, в определенный момент при написании проекта станет понятно, что, в общем-то, все, что вы пишете, оно начинает повторяться. Или быть очень похожим на то, что вы написали при этом. Выбрать список всех заказов, выбрать список всех клиентов, выбрать список всех юзеров по каким-то условиям или без каких-то условий. И у вас, в общем-то, будут дублироваться и методы эти, быть очень похожими, и юзкейсы, и страницы будут похожие. Так? А вы будете все добавлять, добавлять, добавлять. И вот любой из этих проектов, на самом деле, конечно, условно говоря, если чтобы его делать полностью, это не для одного человека, и не на... полтора месяца, какой он у вас будет. Не на полтора-два месяца. Ну, можно считать сейчас два месяца, можно считать отсчет. Условно будем считать 15 марта. Но я сегодня тут просто, меня уже теребят предыдущие выпускники, которые не сдавали проекты, а перенесли их на середину января. Вот сейчас, сегодня мне сейчас нужно задать вопрос Завлабу, когда она планирует начать приемку проекта у следующих, учитывая, что только-только за пару недель до Нового года приняли в лабу предыдущих. Вот мне очень интересно, когда она будет начинать проекты, прием проектов. И у текущих групп, кстати, они там тоже закончили. Закончили. Есть группы, которые тоже сейчас закончили. У меня просто там группы нет. И мне очень... От этого будет зависеть, опять же говорю, мне это очень интересно, как и вам. Потому что от того, когда они примут вот этих ребят, зависит,
собственно говоря, когда будут принимать и вас. То есть чем позже примут их, а я что-то совсем не уверен, что их будут. Ну, заявлено было середина января, совсем не уверен, что их будут принимать в середине января начнут. Дам я эту информацию, естественно, скажу. Ну, давайте. Все, наверное, мы тут сейчас не проанализируем. Но какую-то часть. Начнем с юзеров. Вот. С таблицы юзер. Имена. Вот по стилю и именований. Вот здесь все правильно. Единственное, что бы я бы добавил, исходя из этого. Значит, вот тут... тот самый. Я бы сразу вот эти айдишники все именовал бы как users или user ID. Потом, правда, foreign key. Он может там лучше добавить еще одно слово foreign key. Вот смотрите, роль. Давайте начнем анализировать. Вы, собственно говоря, не бойтесь. Ой, почему меня заслоняет ту штуку? Сверху GIF control. Как эту фигню убрать? Сейчас. Закрепить. Можно? Мне не надо закреплять. Как ее убрать? Откуда она взялась? Что за фигня? Так. Знаете что? Открою я в чем-нибудь другом эту картинку вашу. Не в Телеграме. А кто мне? Ну-ка, OpenVis. Skype, Photos. Пускай в этом откроем. Ну-ка. О, нормально. Так, видно всем, да? Нормально теперь. Значит, смотрите. Users. Давайте сначала, прежде чем вот эти именования, то есть с именованием, в общем-то, претензий нет. Единственное, что бы сказал, там, из актив, вот здесь, битовая, активный, неактивный, вообще есть булин, подождите, булевская же там есть вроде, тип данных. Можно бит. Я считаю, что он автоматически преобразуется. Значит, я бы в этом случае рекомендовал вам вообще не использовать большие буквы здесь. Раз вы используете маленькие подчеркивания, значит, из актив, здесь достаточно просто актив. Активный, неактивный. Слово из здесь не нужно. И оно понятно из этого. Значит, name, surname, age, email, password. Соль. Это для пароля. А, ну да, мы там про шифрование когда говорили, пароля, если вы кто-то посмотрел, то можно просто зашифровать так, тем, что я показал в учебнике, или что вы нашли, а можно добавить еще соль. Ну, иногда вот на эту тему могут порассуждать на защите проекта, что такое добавление соли. Просто добавление соли делает ваш пароль нерасшифровываемым, если он кому-то в руки попал, код. Не зная соли, пароль не расшифруешь уже вообще. Значит, ID-шник, видите, обозначен как первичный ключ. Так. Дата. Вот по поводу даты. Age. Age – это возраст просто или дата рождения? Будет дата рождения, чтобы потом можно было взять. Значит, смотрите, по поводу даты рождения и времени. Вот рекомендуют в современных проектах использовать не тип дата, который есть база данных, а тип long. Слышите? Пометьте себе. Для дат использовать тип long. Потом из этого long вы спокойно, используя тот же самый пакет JavaTime, спокойно делаете
обычную дату. Это первый совет. Так. Дальше. По поводу вот этих варчаров. Видите, варчар 45, я уже говорил. При попытке записать сюда что-то длиннее 45 символов, вы получите SQL exception. А это значит, что ваши валидаторы должны быть настроены на ограничение этого количества. То есть 45, значит 45. Кстати, соль 45. Ну, вы посмотрите, у вас тут всюду 45, вы по умолчанию гнали значение. Они будут разные числа все-таки. Это не очень красиво, когда все всюду одинаково. Вот. Статус инвойса, варчар 45. Угу. Вообще, здесь и нам, скорее всего, статус. Так. Значит. Дальше. По поводу денег. Деньги. В каком типе данных хранит деньги? Decimal. Decimal. Ну, big. Вряд ли такие суммы у вас. Decimal. Значит, время в базе данных long. Опять же, дело в том, что с лонгом даже проще. Вам просто даты потом вытаскивать, и придется вытаскивать из этой дейты, преобразовывать в обычную дату. То есть у вас дополнительное действие будет. И оно не всегда тривиальное, и иногда почему-то даты сохраняются со сдвигом. Но это, смотрите, установки вашего компьютера, установки вашей Java, там есть нюансы. Могут оказаться даты со сдвигом на сутки даже. На часы, сутки. Разбирайтесь сами, здесь все от особенностей вашей операционной системы и вашего компьютера зависит. С таким столкнетесь, ко мне даже не обращайтесь. Я вам даже помочь не смогу. Поняли? Это нужно приезжать, смотреть, ковыряться, где там, чего, как. Отличаются вещи. Так, значит, описание, активный, неактивный, то есть статус. И есть вот это красненький ромбик дошли, роль ID. Вот это foreign key. Если это первичный ключ, он ключиком и рисуется здесь, то это вторичный ключ. И в данном случае вот она, таблица роль, ID и роль. То есть ролей у вас тут user, guest, admin, клиент. Вот они. Вот это есть, вот эта связь. Значит, внешний ключ. Вот здесь превращается первичный ключ. Вот то, что мы с вами уже видели на примере там, сотрудников, номера отдела. Вот здесь фигурировал номер отдела, а здесь тоже номер отдела и название отдела. Вот это абсолютно то же самое. Так, что еще здесь следовало отметить? В какой табличке у нее есть booking? Наверное, да, invoice, user, invoice. Значит, вот. Значит, смотрите, у вас тема какая? Отели, да? Booking. Сейчас, invoice, status, payment, booking, parking. Да, тут что-то добавишь. Ну, посмотрите. Да вот потом посмотрите, что у вас много чего окажется не нужно. Давайте, есть invoice. Смотрим пока, не будем смотреть там payments и invoice status. Есть дата и статус заказа. Так. Есть booking. Booking. И вот есть вот это вот самое, хотя здесь один к одному связь у вас, да? Мне нужна такая, у которой были связи многие ко многим. А, посмотрите между отелями и типами комнат. Или отелями, hotel слева, и типами питания. Там многие ко многим с помощью третьей промежуточной таблицы. Так, отели. Угу. И вот снизу будет, ведет к meals и meal types, например. Подождите, а почему здесь не помечено? Meal types ID. А, ну да, вот это правильно вы нашли. Давайте так, вот сейчас эту посмотрим, разберем. Вот это ключевая вещь. В принципе, обычно я рассказываю, вот я хотел рисовать, рассказываю вам понятно. Есть таблица студенты, есть таблица курсы. Вот, представьте, это таблица студенты, это таблица курсы.
И как оформить, что один студент может быть записан на несколько курсов, и на одном курсе может быть несколько студентов. Так, значит, у отеля есть айдишник, то есть есть много отелей, и в отеле есть типы питания. Ну, собственно, в одном отеле может быть много разных типов питания. Там, например, только завтрак, без питания, правильно, только завтраки, завтрак, обед, обед без завтрак, обед, обед без напитков, там all inclusive, ультра, все включено и прочее. То есть вариантов тут может быть много. Ну, условно говоря, считаем, что это, например, курсы. Так. Курсы и его название. Так. А это студенты. У него есть имя. И вот здесь есть ID отеля и тип питания. И, например, прайс за этот тип питания такой-то. То есть оценка за ваш... Есть студент, курс и оценка за него. И опять же, у этого же отеля может быть другой тип питания. И за него цена тоже другая. Значит, здесь вот таких таблиц, кстати, может быть еще свой собственный айдишник. Вы его тут удаляли, когда создавали, или нет? Нет, таблица автоматически генерировалась, когда я связывала. Потому что вот эта картинка, это картинка же этого самого, как его? Workbench. Workbench, да. Microsoft Workbench. Так что будете там создавать, сразу ищите как картинку. Создавайте, опять же, спрашивайте в группе. Иногда это там нетривиально найти схему базы данных, вот чтобы была в таком виде. То есть мне в таком виде и приносите. Потому что если вы приносите мне просто списком таблиц, в том же самом, да, кстати, в идее у нас есть это, как ее там, database, закладочка. Здесь и законнектиться можно автоматом. А, собственно говоря, у меня уже здесь, в общем-то, это дело и было. Нет выбранной схемы. Значит, вот было. Схема user. И, собственно говоря, здесь можно полностью также создать базу данных. И вроде бы даже, опять же говорю, я особо здесь не ковырялся последний раз. Ролики смотрели, там, по-моему, есть про вот эти коннекты. Или там просто коннекшены, ну, рассказываются как. Ну, собственно, как в коде их делать. Без визарда. Смотрел кто там JDBC? Я уже не помню просто. Визард этот используется там или нет? Сейчас я ругаться начну вообще. Это что, никто не смотрел ролики? Ну, вывод какой, правильно? Я скачала рабочую тетрадку какую-то от EPUM'а по JDBC и заполнила, пользуясь книжкой. У меня есть какие-то пропуски, вот там дать определение. Ну, это этого самого. Это Куликова. Нет, ролики смотрели Java JDBC. Вот эти самые. Зачем вы лекции записываете? Смысл? Как вы потом писать будете? Фантастически. Вот эти самые JDBC. Тут все, что вам нужно, вплоть до пула соединений. Вот. Мне что, вас порали по роликам спрашивать? То есть, например, беру какой-нибудь там prepare statement ролик. Вот я сейчас открою, например, перед занятием следующий раз ролик, посмотрю сам. И спрошу, а как там поля назывались? Вот, вот, например, где-нибудь там. Вот. Как база данных называлась у меня в примере? Так? Как называлась база данных у меня в примере? Как называлась там вон поля? И какие я вводил? А, вот оно, экранирование. А, двойника, подождите, они срабатывают. Подождите, у меня срабатывают, а почему тут не...
А почему там не срабатывает? Здесь дальше также страхуем. Ну, мы тоже так же будем. То есть получается, что вот сюда вполне можно ставить этот самый предоносный запрос. SQL injection. Вы слушайте, я серьезно, я буду вот эти вещи спрашивать все, потому что вы меня, пардон, задрали, господа. Вот таким своим отношением. Зачем я это пишу? Потому что мне ролики смотрят, вот там люди, которые отдельно учатся, им скинули, которые онлайн учатся, которые без преподавателя учатся сами. Они смотрят, мне оттуда присылают, вот у вас тут неточность, вот там у вас в ролике, там есть у меня в ролике по многопоточности, в одном из роликов звук пропадает примерно на минуту. Так что, я вам дам многопоточности, потом требовать, а в каком ролике звук пропадает? Спрашивать. Или спрашивают, то есть бывает, да, спрашивают тоже у народа, что все хорошо там, да, в роликах, все посмотрели, да, все посмотрели, все хорошо, все по многопоточности. Делаю вывод, никто ничего не смотрел. Те, кто учится без препода, смотрят и присылают мне ошибки. И причем и в тестах ошибки там есть, неточности. Ну, там редактор тестов плохой. То есть, например, public static название. Public static void main. Ну, между public static нет пробела. Мне такую ошибку тоже шлют. Говорит, а что, оно не компилируется у вас? Думаю, что за фигня? Вообще тупые. Но хотя он думает, может, я специально это сделал. Ну, я думаю, что так. Поэтому тест не проходит. Ну, ответ у теста. У тестового вопроса другой. Господа, ну тыкайтесь как хотите, потом вам времени хватать не будет. Это написано, чтобы вы не тыкались. Так. Поэтому, в общем-то, я бы рекомендовал вам в данном случае подумать над тем, чтобы вот это все-таки упростить. Паркинги я бы, например, убрал бы из отеля. Потому что много румы, адреса. Ну, здесь таблица связи. У вас очень много таблиц связи один к одному. Вот, например, эту отель, можно спокойно вот это всунуть внутрь. Country City Street Building. У вас не бывает отелей, двух разных отелей по одному адресу. Правильно? Опять же, чтобы упростить, можно и вот это упростить. Чтобы у отеля был только один тип питания у каждого. И вот эти две таблицы уйдут сразу. У вас все равно будут связанные таблицы, там между должен быть с юзера, с комнатой. Каким-то образом. То есть 21 таблица – это перебор. Вы можете... Как вариант, вы можете ее оставить, но просто не пользоваться всем. Слышите? Не пользоваться всей таблицей. То есть показать, что вот да, я умею проектировать. Была спроектирована такая таблица. Проект базы данных. Но воспользоваться, потому что вы не сможете все запрограммировать. Просто не успеете. Вы не успеете выучить теорию, либо будет не готов проект. На любом сайте будет просто какая-то картинка-заглушка сверстанная. Мы же не будем реализовывать реально. Ну, конечно. Вы будете по оплатам. Страничка будет оплатить и все. И у вас даже, может быть, табличка будет отдельная, где есть у юзера деньги, которые с него списываются. А также можно будет пополнить счет. Тоже хороший use case. Так, какой вопрос у нас сегодня был? Кто рассказывает? Я про ArrayList против LinkedList. Ну, давайте, рассказывайте. Где там табличка? Шарьте экран, рассказывайте. Сейчас.
Видно? Видно. Так, эрелист против эрелиста. Сначала разберем, что такое эрелист. Эрелист — это динамический массив объектных ссылок, реализуемый на основе массива. Он реализует интерфейсы list, collection, iterable, and random access. Так же, как и все коллекции, кроме weak hash map, он реализует интерфейсы serializable и clonable. Но linked list реализует возможность связанного списка, и кроме интерфейсов, которые были в ArrayList, он также реализует интерфейсы QA и TQA. А что такое вообще связанный список? Это связанный список, это список, который хранит, кроме значения, также ссылки на объекты предыдущие и следующие. Поэтому часто называется двунаправленным списком. Хочу отметить, что linked list занимает от 3,5 до 5 раз больше памяти, чем ArrayList. А по времени, вот я нашел табличку по временной сложности ArrayList и linked list. Все видно? Где видно, что по большей части ArrayList выигрывает только с linked list только в get и в list итераторе. По всем остальным linked list. При этом вот практика. При тестировании на списке из 10 тысяч элементов linked list быстрее, чем ArrayList при добавлении в середине списка методом add в 2 раза. Что-то говорите? Нет. А в начало или конец примерно в 40 раз. Вставка и удаление элементов из linked list происходит за постоянное время, в том числе и с использованием итератов. В то же время вставка и удаление элементов в ArrayList приводит к сдвигу всех элементов после позиции добавления и удаления. Это из-за того, что ArrayList сделан на основе массива. И надо будет создавать каждый раз новый массив. И при этом я не написал, хочу отметить, что при создании ArrayList по умолчанию создается массив из 10 элементов. И каждый раз, когда мы выходим за границу этого массива, создается новый массив по формуле, ну, который больше предыдущего. И если у нас есть еще место для добавления в этом массиве, то добавление будет быстрее, чем если бы надо было расширять массив. Вот. Но мы выяснили, что linked list при удалении добавления элементов быстрее, чем ArrayList, но ArrayList, в свою очередь, быстрее при вызове метода get примерно в 50 раз. Это тоже из-за того, что он реализован на основе массива, где можно получить элемент по индексу, а в linked list надо будет искать элемент, проходя по всему списку. И в резюмируя, я хочу сказать, что если необходимо осуществлять быструю навигацию по списку, то следует применять ArrayList, так как перебой элементов в linked list осуществляется на порядок медленнее. С другой стороны, если требуется часто добавлять и удалять элементы из списка, то уже класс linked list обеспечивает значительно более высокую скорость переиндексации. То есть, если коллекция формируется в начале процесса, в дальнейшем используется только для доступа к информации, то применяется ArrayList. Если коллекция, то на всем протяжении функционирования приложения, то выкни linked list. Все. Так, а теперь дайте я добавлю. Значит, во-первых, на практике то, что рекомендуют, вы эту, кстати, презентацию в группу автоматом всем касается, кто презентацию какие-то делал, слайдики, сразу кидайте в группу. Так. Так вот, на практике рекомендация. Если стоит выбор при выборе коррекции между ArrayList и linked list, то в подавляющем большинстве случаев выбор ArrayList будет лучше. Выбор linked list нужно всегда обосновывать.
Но есть еще одно. Одна вещь, которая LinkedList убивает в ноль. Значит, если вы используете для добавления удаления часто, то есть более эффективный список или коллекция для хранения. Называется AriDeck. То есть у нее она более эффективна по сравнению с AriListом, с LinkedListом при добавлении и удалении начало-конец списка. Середину работает примерно так же, та же самая, но может даже чуть-чуть лучше. Но если нужна стек или очередь, то именно это. Но с другой стороны, сейчас в современных стеках и очередях можно спокойно удалять из середины очереди или стека. Там методы remove просто прописаны. Явно. AriDeck. В учебнике такая очередь есть. Она более эффективна. Так что linked list — это неудачное решение. Но по поводу вот той таблички со сравнениями O1, ON. Значит, во-первых, определение, у кого лингвистическое образование, вбейте в Google и вставьте, и проверьте определение. Выучите, запомните определение, что такое один, что такое ON. И что я хотел еще сказать? Вот по поводу SQL-запросов. Значит, опять же, вот эту аннотацию прикрутите. Вам никто за нее плохо не сделает, не скажет. Значит, видите, я все... мне было интересно, как в конце концов прикрутить ее. Понятно, в учебник я ее не вставлял. По причине того, что там подключается джарка, которая является JetBrains-овской джаркой для редакции, для редактора. Так. И там, вот, собственно говоря, эта аннотация Language, она, в вашем случае она полезна. Особенно для тех, кто только-только начинает писать SQL-запросы. На начальной стадии очень полезна, а с другой стороны, она не только полезна, она еще и подсвечивает этот SQL-запрос. А судя по тому, как вы любите подсветку, у некоторых там плагины, так у вас там просто, не список классов и методов, а елка новогодняя. Нравится вам так, ради бога. Понятно, да? Значит, опять теория нет. Не получилось, но ничего страшного. Будут у нас, по часам посмотреть. У нас, скорее всего, часы будут лишние. Будут дополнительно, будем заниматься. Сугубо только теорией. Будут и такие занятия. И, возможно, даже такие занятия, где теорию будем обсуждать, возможно, вас с вечерней группой объединять буду. Или кто сможет приходить оттуда. Если сможет большинство людей и там, то, может, и объединимся на какое-то время. Но это нужно обсуждать. Обычно это не получается. Получается, когда группы подряд были, у меня группа одна в 5 начиналась, вторая в 6.30. Тогда их можно объединить вечером. Так, все тогда, господа, на сегодня. Значит, следующему разу проект базы данных. Здесь представлено, с перебором. Но, по крайней мере, видите, что да, если так тщательно подходить к любому проекту, тщательно к любой вашей теме, у вас будет у всех примерно такая база данных. Так что в качестве примера эту картинку можете использовать себе, ради бога. С точки зрения надписи, единственное, что я бы говорил, что я бы добавил сразу указание какой-то ID. Потому что потом поиски айдишников со всякими джойнами все время придется вставлять имя таблицы. Но с другой стороны, foreign key тогда удлиняются. Там будет тогда rooms, rooms ID или user, user ID. Тоже не очень красиво. Так что здесь вопрос цены. Сколько мы платим за читабельность? Достаточно эта цена или слишком высокая? Так что смотрите сами.
Но стиль здесь нормальный. Множественное число, да. Так, поддерживается здесь. То, собственно говоря, я за него. Так что, что будет проверяться? Проверяться, читали ли вы ролики, смотрели, слушали вы ролики. Я так сам по ним быстро пройдусь. Давайте будем таким образом. Прослушали вы ролики по JDBC, потому что вам все равно теорию отвечать. И, собственно говоря, я могу начать с теории по JDBC. Да, кстати, в список вопросов добавляется все JDBC. Все, что там есть. SQL я у вас спрашивать не буду. Вот то, что я вам рассказал сейчас, вот вы это сами учите. Потом будете отвечать. Joinate, я ничего спрашивать это не буду. Один раз и хватит. Это не мое. Мне это, говорю, не сильно интересно, SQL. Вот Куликову интересно, там, Петрашке интересно. Мне не сильно интересно, что там происходит. Поковыряться в вашем запросе я, конечно, могу, если он у вас не проходит, но написать запрос вы тоже в состоянии. Несложно это. Особенно, когда у вас мало таблиц. Запросы несложные. Иногда вы говорите, вот запрос, там 4 строки по 80 символов. А не слишком ли сложный у меня запрос? А вы не видели запрос на 4 страницы, когда база данных состоит из 450 таблиц, и есть таблицы, у которых по 150 столбцов. И вот запрос, вот на 4 странички может быть. Вот это запрос. Так что ваши запросы в 4-5 строк – это детский сад. Это небольшой запрос, это обычный запрос к небольшой базе данных. Так что запросы длинными не бывают. Запросы бывают неправильными. Вот это имейте в виду при написании запросов. И всю структуру. Пример структуры DAO до базы данных. Вот это у вас все должно работать. Далее, там же в роликах есть Custom Pool. Вот я сейчас взгляну, что там у меня в Custom Pool в ролике. Сохранение. Что у меня там есть? Нам нужно вообще обезопасить. Ну, тут на примере Enama сделан. С Proxy Connection. Практически все, что вам нужно. Просто на Enama он простой, синглтон. Я просто там не раз этот самый. Мне нужно... Проще там дизайн паттерн Singleton рассказать, и там рассказать про пример использования и в качестве пула соединения. Когда ролики будут, я так и планировал там написать. То есть можно писать и пул соединений на примере вот этого самого последнего ролика. Ну и что я буду делать? Я буду двойки ставить просто в теорию. Или еще одну табличку заведу. И там буду двойки ставить, у кого, кто не готов. Вот так будем делать. Средний балл будем занижать, а то у вас за задания довольно высокие баллы, но будут двойки стоять, единицы. Так, как был не готов. И передайте всем остальным. Репрессии. Что делать? Не хотите по-хорошему, будем насильно учить. Раз вы не разбегаетесь. Может, от насилия разбежитесь. Будем ставить колы и двойки. Согласны, да? А, собственно говоря, согласны вы, не согласны, это не... Унтер-офицера не интересует мнение рядового. Правильно? Будете делать, копать от забора и до обеда. Все тогда, господа. До свидания. До свидания. Спрашивайте. Где их можно найти? По GPC.